Буду снимать. Ты чудо малолетнее. What? Тебе скучно? Уга. Я знаю, что тебе скучно. Наша любимая поза, лапки кверху. Еще это называется «люби меня» иногда. Морда. Морда. Как скучно должно быть коту, чтобы он вот так вот себя вел. Ну что? Мама тебя любит, любит. Папа тебя тоже любит. Падай. Еще раз. Раз, два, три. Падай. Молодец. Можно подумать, дрессированный кот. Хотя к дрессировке мы не имеем никакого отношения. Ага. Дрессированный? Зараза. А это не любит. Ну зачем ты трешься об фотоаппарат? Ты. Жопа моя. Ложись. Падай. Не время помыться. Теперь падай. О, вот так вот. Называется. Утреннее времяпровождение мистера Уги Маламуда. What? Тебе скучно, иди найди пятницу. У меня нет времени тобой заниматься. Где черепаха? Черепаха там где-то валяется? Где она? Где она? Дела. Идем искать папу. Идем? Нет, не идем. Ой, Уги, мне бы твои проблемы. То он грязный весь уже. Ладно. Идем к папе. Где папа? Идем к папе. Уги, тебе скучно? Поговори со мной. Тебе скучно? Во, вот это наша любимая поза. Вот так вот, когда папа приходит домой, Уги его ждет вот именно вот в такой вот позе. Лапки кверху, на спине и полубоком. Угу. Это называется «любите меня, целуйте меня, обнимайте меня, я такой хороший». Идем папу искать. Идем. Уга. Let's go. Идешь со мной? Нет? Остаешься тут? Идем. Птички, мушки, птички не дают покоя. Уга. Уги. Идем со мной. Идем. Идем, мама конфетку даст. Идешь? Нет. Вдруг что-то перепадет на балконе.